а зов на мигу. Но ты здесь, это важно, что ты есть, ты одна есть, лишь ты одна есть. Ты прости мне, не любил, как ты хотела, ты прости мне. Супер. Не ангел и не демон, ты прости мне. Что до сих пор не все сгорело, ты прости мне. Ты прости мне. Я любил, не зная цену твоему. Спасибо, сердечки. Видел не все, что ты хотела, каждый твой жест. Даже не смел понять, наверное, ты прости мне. Ангел или бес, привет, девчонки. Привет. Богиня танцпола. Покажи попку. Богиня, как дела? Нормально. Ты прости мне. Не любил, как ты хотела. Ты прости мне. Что я не могу. Алла Пугачева в ударе. Я плачу. Вы прекрасны. Всем привет. Да. Спасибо, сердечки. Сердечки, сердечки. Всем привет. Многие. Всем привет. Напоминаем, что кто хочет как-то поощрить, карта Сбербанка указана. Профили под фотографии. Ну, это кто хочет. Пласт. Что за пласт? Вот. Также большая благодарность тем мужчинам, которые нам помогли. Вчера скинули хоть небольшие суммы, но все-таки. Вот. Что еще вам сказать? Я не знаю. Я не знаю. Надо девчонкам задонатить по чуть-чуть. Молодцы. Как обычно пришла, далеко. Пуша. Сердечки. Зеленые или какие-нибудь салаты. Сейчас задаются вопросом, как весело проводить время, не выходя из дома. Я приготовил для вас несколько лайфхаков. Простите, жена просит помочь выбрать платье. В каком пойти выбрасывать мусор? В розовом или голубом? Нет ничего важнее общения с близкими. Да и вы близкие люди. В любой непонятной ситуации... Сердечки. ...сообщениями в популярных мессенджерах бесплатно. Услуга действует в сети Билайн для ограниченного перечня мессенджеров. Подробнее на... Да?
Очень странное. Это мало, может быть, кому-то известный мальчишка, который пишет вот такую, ну, хрень. Ну, странное, но прикольное. Да. Когда ты по Муз-ТВ это все крутилось. Да, Светка очень долго раньше крутилась по-прежнему. Ну так, средний. Ну это для тех, кто не знает просто. Да. У меня много музыки, Антоха МС, кому интересно, можете послушать потом.
Как? Антоха МС, да. Антоха МС. Да. Антоха МС. Очень интересный мальчишка. Своеобразный. Что я плохо танцую, ты с ним увидел, и с ней видела, думаешь, обиделась, парень, нет. Кто не танцует, плохо в кухне резкой, буду не заведовать, сохраняя видео, все, что я догадала. Так, а я не знаю, раскрутился он или нет. Я как-то давно за ним не слежу уже, за Антохой МС. А чё, мама, мама? Мама ничего нового не станцует, одно и то же. Да, ну очень хорошо. А для меня бы по сколько-нибудь бы денежку. Шоколадные сердечки. Мам просто. Давайте. Что будет, мама, за какую песню? Я не знаю. Какую? Я не знаю. О, я тут просто список составляю вечно. Давай, ищи сама. Чего я не знаю, что сказать? Мамуля, страсть. Давай без шортиков. Ясно. Своих плейлистов музыки ищи. Тетка Лена за доллары танцует. Все, ща. Так, кот мне, походу, не даст места, надо. Одень вместо шортиков стринги. Ахаха. Вот ща будет шикардос. Да, конечно. Я. Стринги было бы огонь. Нету ни есть, ни спать, каждый день ругает мать, и ругается отец, меня гонят по двинец. Лезгинка. Хорош. Каждый день
О, первое суперсердечко. Большое спасибо. Без любви я не хочу, не ругай ты меня, мать, не охота танцевать. Тетя Лена со стволом танцует, танец. Выйти замуж не напасть, как бы ко мне не пропасть. Все, кто замужем давно, говорят, нам нелегко. Выйти замуж не напасть, как бы ко мне не пропасть. Ну как я и говорил. Все, кто замужем давно, говорят, нам нелегко. Замуж, замуж не пойду, без любви я не хочу. Не ругай ты меня. А если танец живота? Спасибо за то, что ты есть. Там, между собой. Шикарно. Сейчас здесь девочки. Пять сек. Опа-опа, Америка, Европа. Скину вам. Спасибо за настроение. Я слеп. Ну а если принц ко мне вдруг прискачет на коне, замуж за него пойду и гостей всех соберу. Ну а если принц ко мне вдруг прискачет на коне, замуж за него пойду и гостей всех соберу. Замуж, замуж выхожу, и совет я всем даю. Жизнь свою не торопи, выходите по любви. Замуж, замуж выхожу, и совет я всем даю. Жизнь свою не торопи, выходите по любви. Предлагаю вам руку и сердце. Уже так официально. Повернись. Братва, молодец, подтягивайтесь, поддержим рублем девчонок. Выходите за меня. Замуж, замуж не пойду. Без любви я не хочу. Не ругай ты меня, мать, не охота танцевать. Замуж, замуж не пойду. Без любви я не хочу. Не ругай ты меня, мать, не охота танцевать. Замуж, замуж выхожу, и совет я всем даю. Жизнь свою не торопи, выходите по любви. Замуж, замуж выхожу, и совет я всем даю. Перевод 100 рублей от Мадина. О, большое спасибо. Включи песню «Зомби оригинал». Большое спасибо, Мадине. Новые кумиры появились. И вам спасибо. Я говорю, ладно. Ой, да. Зомби оригинал. Я не поняла. Зомби оригинал, в смысле? Пояснее пишу. Зомби какой-то оригинал. Это что такое? Да. Это что, кто поет, что это такое? Как она? Зомби в поисковике. Я же знаю, я просто. А кто это просил? Механикус. Пусть Мияги станцует. Может, это? Мияги? А какую песню именно? А какую песню? Долорес певица. Ну, это этот. Ладно. Давай Мияги. Тут много у него песен, естественно.
Давай, любую. Тамада. Ой, какая жарища. Фух. Ну, плюс 13 у нас. Да, плюс 13. Ну, батареи же еще никак не могут их выключить. Просто как смогут там. Да там без разницы, движение под любую завораживает. Смотри, в записи, когда плохое настроение будет. Тело металл с полки шейтыми шумами, будто искрита мы на баре с пацанами, кому-либо наливаем, налетай, пока горит, кому не лень. Поднимаем руки, суки, все сюда. Солнце погасло и пропало, тени снули города, новые дома. Гречины до утра же сил, хватило бы и сил. Подхожу к тебе, чтобы спросить, ты мне дашь слово, ты мне дашь, ты мне дашь, ты мне дашь слово, ты мне дашь, ты мне дашь, ты мне дашь слово, ты мне дашь, ты мне дашь, ты мне дашь слово, ты мне дашь, ты мне дашь. Дай мне слово, ведь я там да, там да. Дай мне слово, ведь я там да. Ain't nothing for everybody, I'll see you.
как жарко, это вообще. Фух. Как у вас там праздник прошел? Кто был на шашлыках, кто чего? Да. Частушки. А ты? Ну, хочешь, давай сейчас убью. Да, я ничего не все равно. Нет? Сейчас. Надо телефон. Подожди. Он тогда поближе вот сюда. Частушки караоке, я не знаю, какие здесь есть. Есть какие-то вещи, это что? Тогда какие здесь есть? Как и частушки. А, частушки. Опа! Давай так, как и пела. Thank you.
рождения. Пугачёва, пой. Тоже с матом одни. Может, тогда песенки? Какие песенки? Которые записаны? Танцевали? Да. Нет, почему ты этого хочешь? Это не уходи. Да потому что... Чё это я? Я это... Эксклюзив. Эксклюзив. Чё где я должна? Так, раз, два, три.
сколько их имеется? Не знаю, 16-14. Вообще не знаю. Закате моих слов я читаю по губам твою любовь. Эти мысли незаконные мчатся вагонами в моей голове. Ты не смотришь в мою сторону, но все равно тону я в тебе. Даже если не декорные, мы не потеряны на волне. Думай, остановить меня, это неправильно, я не умею так. Контрольное реже, естественно. Thank you.
Этой ночью мы короли, от заката и до зари. Лето снаружи, лето внутри. А давай денежку закинем. Закинем, придет. О! Так. Молоко и канила. Спойлер. Вам на здоровье. Оформи студенческую подписку YouTube Premium и получи скидку. Первый месяц бесплатно. Действуют ограничения. А люди думают, что за день никто не помнит. А люди отрываются потом. А люди потом. А люди потом. А люди думают, что за день никто не помнит. А люди отрываются потом. А люди потом. А люди потом. Закрывай глаза, сосчитай до 10. Понимаем, завтра мне хуйло не сиди. Улыбка на лице, ведь мы топом за позитив. Все, что может нас огорчить, мы оставили позади. Принцип расстояли, как флэри для сиди. Всегда есть куда расти, отпилённый, когда сидим. Всегда найдется тот, кто сдвинет с места, где ты не сиди. Если ты начал, не значит, что дойдешь до конца пути. Поднимай глаза, облака, ориентир. Без любви нельзя, она горит внутри. Себя и меня, параллельные миры. Об одном этой планете даже на своих двоих. А люди думают, что за день никто не помнит. А люди отрываемся потом. А люди потом. А люди
А откуда ты? Из России. Подписываемся. Подписываемся. Кто хочет скинуть денежку? Да, фотографии в профиле есть. Пока номер карты. И смотрите наш предыдущий видео. Эфир. Нам нужны лечи болезни, мы ищем симптом. Надеемся, в тебе не сияют, как сейчас. Старость избавляет вас от жизни. НЛО. Задним местом песен запутался в этом месте. Я бегал в чаще леса, тот из пачки денег есть. Одному глаза, в это ориентир. Без любви нельзя, на перед внутри. Тебя и меня, параллельные миры. А добром эту планету даже на свои бои. Люди, что за тем никто не помнит. Люди, отрываемся потом. Люди, потом. Люди, потом. Люди, что за тем никто не помнит. Люди, отрываемся потом. Люди, потом. Люди, потом. Туда таких девушек красивых не встречал, видимо, с другой планеты. У нас еще и сторона солнечная эта. Да. Целый день здесь солнце палит. Сейчас песню пойду. Мадину поставь. Юбдресс. Юбдресс. Мадину уже все знают. Это Миралита, где я безопасно оплачиваю товары с доставкой. Прямо приложу. Если выбрать тему, все, о чем сказать мы хотели, стать единым целым, и делясь на черных и белых, и в толпе прохожих, взять мы и обнять человека, мы все похожи. Для любви не видим запрета. Все мы по сути, как ни крути, близкие люди мы. Все мы по сути, как ни крути, близкие люди я и ты. Близкие люди мы. Близкие люди, я и ты. Если бы сокрыто видно было всех одиноких, видно было сколько, сколько половина для многих. Это же не сложно взять тебя, любить чью-то душу. Мы ведь так похожи. Мы любим нараспашку наружу. Все мы по сути, как ни крути,
близкие люди, близкие люди, мы все мы по сути, как ни крути. Близкие люди, близкие люди, я и близкие люди, близкие люди, мы. Близкие люди, близкие люди, я и ты. Без рукопожатий разбил проблемы на части, но лишь одно объятие нам дарит необъятное счастье. Все мы по сути, как ни крути. Близкие люди, близкие люди, мы все мы по сути, как ни крути. Близкие люди, близкие люди, я и близкие люди, близкие люди, мы все мы. Сразу видно, маску на форуме нахваливали. Но часы консультант подсунул. Что мы с тобой на тусе, что мы с тобой на тусе, на тусе до утра.
Что у нас писали? Огонь, баба, о чем я и говорил. Нет. Скоро надо смотреть каток. Через 10 минут. Ладно. Так. Дай мне тебе. А сюда другую. Вот так. Вот так вот, черное белое. Это у нас комната маленькая такая. А, с пистолетом я уже устала. С пистолетом трудно. Может быть, как-нибудь. А потом второй раз уже будет неинтересно, не захватывающе. Сердечки. Так медленно. Мы в этом похожи. Мурашки по коже. Медленно. Так медленно. Мы просто огонь сжигаешь. Ты так второй раз будет не так. У меня не получится. Мы в этом похожи. Мурашки по коже. Медленно. Так медленно. Мы никуда не спешим, давай растянем этот вечер. Не забудь запиши, я запомню нашу встречу. А зачем? Чтоб нас народ видел. И пока не смотрит, хватит на двоих. Пусть летят минуты, минуты, но свет скрачен за дым. И утром снова разбудит своим голосом. И мы окажемся ближе, ближе, как никогда. Мы в этом похожи, мурашки по коже. Медленно, так медленно. Мы просто туда не шагаешь, так твою. Медленно, так медленно. Мы в этом похожи, мурашки по коже. Медленно, так медленно. Не спешите меня. Пистолетом меня все просят. С пистолетом вчера, сегодня. Не будешь с пистолетом? Или чуть позже? Ну, я могу, но у меня не получится второй раз. Держи. А, вот какую пистолет? Я звонки пишу, да, какую? А у меня была это... На моем канале, как она? Как она? Там пожалуйста. Ахаха. Ну, сейчас ты тогда пиши. Сейчас я листик как-то беру. Ой.
Просим пистолетик. Да, как будто это, ну, можно повторить прям в точности. Сколько закинуть девчонки? Так. Спасибо за сердечки. Ого, спасибо. Главное, столько же страсти. Ага. Да, да, да. Да, 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 сейчас приду. Иди, иди, иди. Сейчас придешь. Окей, сейчас придет, короче. Пока что для себя. Сейчас все будет. Главное, чуть-чуть ждать и потерпеть. Мы в предвкушении. Я, если честно, тоже. О, нет. Ты чего? Нет, нет. Они же великие родичи. Ща. Момент. Подожди. А, ВКонтакт. Только я не знаю, какую песню. Не, это будет перебор. Сейчас. Которая была. Еще я не помню. Повтор. Я не помню, которая была, честно. Я не знаю, какие у тебя песни. Ну, там первая. Первая? Точно ли? Сейчас, секунду. Как готовы уже? Нет. Нет еще? Вот она первая. Какая первая? Первая, вот. Ну, наверное, да. Почему нет-то сразу? Да я уже не помню. Просим жду. Кот потянулся еще. Все, готово? Ну, я повторю, да? Это я прям... Ну, как можешь. Давно мечтаешь написать книгу. А дальше реклама. Накопить на новый фотоаппарат. Дальше. И запустить собственный проект. Теперь ты можешь собрать средства на любые цели. Прямо ВКонтакте. Зачем идти куда-то сейчас, еще, все. Если все твои друзья и подписчики уже здесь? Пристегиваемся. Просто расскажи свои идеи, задай необходимую сумму и поделись. Да ладно тебе, как можешь, что сразу? Смотри подробную инструкцию в паблике ВКонтакте с авторами в разделе ссылки. Смотрю красный мир, на прекрасный мир. Я был с разными, но мадемуазель, горь как пожар. Бросаем жар, вдыхаем пар. Вы абсент, в глазах туман. Я без ума, я как без ума. Вы мой шантаж, я месье винтаж. Вы все подлояж, сама экипаж. Мадемуазель, аревуар. Наш шедевр. Я знаю, как твои мысли. Меня застрелили.
пока во мне играет игристых. Проявить робость к тебе провал. Ведь то была права моя мама. И каждый быть с тобой был бы рад. Но с такой как ты направление ад. С тобой рядом можно слетом чувствовать взлеты или превратиться в лед. И я, возможно, до конца не узнаю, кто ты с тобой в два счета. Можно потерять еще. Ты конец фильма на экране тебя. С тобой потерять все, как ты не жаль. Ты можешь быть страшным злом бандитом, в котором за спиной громко кричат друзья. И между нами яркая спица. Ты пожираешь глазами тигрица. И будь я президентом, я бы поменял конституцию. И назначил бы тебя биться. Это не стыдно, за тебя я все отдам. Ведь ты была права моя мама. Браслеты на руках, а на сердце боль. И жандарм стоит за моей спиной. Подожди. Я разделась. Я разделась. Все, да. Ну, конечно же, конечно. Ага. Не знаю, второй раз танцевать что-то уже, но не так, как в первый раз. Ну, первый раз, да понятно. Первый раз я начинала с этого, а сейчас я уже подустала. И в тот день мне было все равно не такой жаркости, не было вообще. Пересматривайте в предыдущих. Ничего не кушаю. Гречка, сейчас наше любимое блюдо. И это будет наш заключительный танец на сегодня, потому что мы немножко устали, и вы тоже. Oh,
Карта указана в профиле под фотографией. Кто не подписался, подписываемся. И смотрим наши предыдущие трансляции. Ну все, ребят, на этом наша трансляция заканчивается. Но, возможно, будет сегодня еще одна трансляция. Чуть позже. Следите. Всем пока. Ждем вас снова.